Я не знаю. Ну, судя по всему, где здесь? Какой, 4А? Там какой корпус? А, справа надо войти. Да, все, списание с карточки должно быть. Да, 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 конечно. Всего доброго. Песня о том, что как замечательно, когда твоя девушка живет совсем рядом. Ты не успел еще подумать, она уже стучит тебе в дверь и несет тебе кофе. Что ж, а следующую песню вы, конечно, все наверняка знаете. И перед ней, конечно, я всегда всем желаю, только чтобы мир был вокруг вас самым замечательным. Free, so free.
Буквально на очень маленькую паузу, да, и вновь продолжим нашу программу. Проведи руку вот так вот. Подожди. Не, давай я лучше закрою. Шизи. Ну как интересно. Шизи. Паблик. По руке дай. Дорогая, есть видео, а не покажи, сейчас я его раз закрываю. Блин, не могу слушать концерт, как бы тут не до слышания, я не понимаю, о чем. Я пришел как-то
прошел, то, что ты пройдешь как-то. Я не понимаю, что вообще происходит. Я прошел как ваша съемочная группа. Ну, он тоже съемочная группа, он типа фотограф клевый. Клевый фото вообще. Тогда предупреди менеджера. Вот молодой человек. Time.
Спасибо. Что ж, мы не будем о грустном, будем о том, что действительно хорошо. Когда мужчина находит женщину, это всегда хорошо. Именно об этом следующая тема. Time on the hat. Well, I like it.
promise I'll be healer. We'll be right back.
Композиция о тех людях, которых и среди музыкантов больше всего. Это гитаристы. Да, на самом деле в мире очень много гитаристов. Заводы стоят, в стране одни гитаристы. Ну, вообще, знаете, сколько надо гитаристов, чтобы вкрутить одну лампочку? Как вы думаете? Ваше предположение? Сотня! Сотня, ну, чтобы одну лампочку? Ну, наверное, слишком много, чуть-чуть меньше. Их надо 8. Их надо 8. Один будет вкручивать гитарист, а остальным будет говорить, что они сделали бы это лучше. Именно вот об этом. Об этом следующая композиция, она называется «Гитаристы». Да, мы сейчас решим из нас двоих, кто будет вкручивать, а кто будет говорить, что лучше бы это сделал. Видите, нас тут тоже немало, да, в группе гитаристов. Thank you.
А следующая композиция. Что ты сказал? А, вот именно так она называется. Что ты сказал? Чувствует, да? Или кто-то себя плохо чувствует? Все отлично себя чувствует. А, еще мы грамчик. Да, он говорит, ему еще надо хорошего настроения. Что ж, песня именно об этом. Sugar and spice. Hey, I'm
Сегодня этим вечером. Перед заключительной композицией я хочу еще раз представить наших участников. Александр Лохвани, гитара. Михаил Гонсков, бас-гитара. Конечно же, Денис Хакба, ударник. И на всем остальном я вас потом наступал. Сергей Пахов. В заключение мы хотим сыграть мою композицию, которая называется «Спасибо, учитель блюз». Места здесь, конечно, очень мало, но мужчины даже могут пригласить там на медленный танец. Spring.
and blow all the string. Сегодня этим вечером был плюс на Сергея Пахова. Yeah.
Александр Лохоня, дайте интервью. Да. Можно вас? Возьми интервью, возьми на сцене. Ну, буквально несколько минут. Добрый день. Сергей Пахомов. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о себе. Да, все замечательно и хорошо. Как вы относитесь к глобальному потеплению? Отвратительно. Когда оно наступит, наконец? И что вы думаете делать на следующих выходных? Я обожаю. Понятия не имею. И как долго все будет продолжаться? Вы довольны властью? А вот это я вам не скажу. Спасибо, спасибо. Что-нибудь. Бросайте пить так часто, как вы пьете, курить, наркотики и есть всякие лекарства. Вставайте на лыжи, бегайте, отжимайтесь и смотрите видео Ярослава натощак и по вечерам. Раз в неделю, но не чаще. Стоп, снято? Я поехал. Победой нас богиня Вика ждет.